Всех приветствую на канале. Так, стоит наш трактор. Сейчас был вопрос, какие где номера, как что сверяют. Ну, самое простое начнем. Покажу. Вот что. На лонжероне, на рамах. Вот он. Это бывает куном закрыты и дрючат за это. А на новых уже вырезают окошко, чтобы был виден. Это самый простой, самый видный, что. Еще несколько хитростей покажу, а кто знает, еще и добавит. Ну, на двигателе у нас этого нету. Да, еще были комментарии. Кто-то судился, кто-то хотел поставить его на учет и не поставил из-за того, что не было этих шильдов. Шильды продаются на Авито, какие угодно, и делают под год, после год. Так что заказал на Авито, прежде чем судиться и ставить его на учет. Все. Так, ну двигатель разобрались. Лонжерон разобрались. Да, еще самая такая. Это вот шильда стоит сзади на крышке аккумуляторов. Ну и на новых кабинах здесь стоит вот эта шильда. Здесь указан год и номер этого рама или кабины. Так, по заднему мосту. Заднему мосту, вон с той стороны, это площадка. Сейчас чем-нибудь найду протереть, показать. Вот эта площадка. Вот здесь этот номер стоит. А вот здесь вот номер моста. Так, основная видимая. Разобрались. А, ну мост. И мост, значит, надо спереди пойдем. Передний мост. Вот она, площадка. Здесь должен стоять номер. Не знаю, здесь, по-моему, у нас нет никакого номера. Так, коробка. Номер коробки. Сейчас не помню, с какой стороны. По-моему, с той стороны. Будет видно или не будет видно? А вот и не помню про коробку. Так, да, кто там будет делать его под шильды, под все, не забывайте, что на нем, по-моему, под крышкой, насколько я помню. И, ну, в принципе, визуально она же должна быть видно. По-моему, даже с той стороны. На торце, что ли, я видел. Или где-то еще. Ну ладно, в комментариях напишите, где коробка. Этот, подвижку возвращаюсь. Сейчас скажу. Фокус один. Шильду-то поменяли, все. Нормально, стою как умный. Рассказываю в паре. Он посмотрел на шильду, говорит, все, замечательно, нормально. Меня устраивает. А вот этот, говорит, номер. Вот там стоит шляпа шестигранника. Монтажная, это поднимать, вытаскивать двигатель. И спереди от помпы площадка. На ней стоит дублирующий номер двигателя. Так что не забывайте про него. Ну, передний мост сказал. Сейчас еще скажу. На нескольких тракторах я видел, стоял дублирующий на расширительном бачке. По-моему, с этой стороны площадка была. И на нем стоял номер дублирующий. Есть он в документах или нету. Так. Ну, номер двигателя, номер рамы, номер кабины, номер моста все показал. Номер переднего моста все показал. А так,
Вроде все, ну вот у нас, я показывал, говорю, сегодня у нас 16-17 марта, снег еще не сошел, но жара сходит, так что скоро уже оттает нас обмотчик и его возьмем, снимем, покажем все размеры, что как и почем. Ладно, пишите, комментируйте, что не показал, добавляйте. Все.